Два матча Олимбет МХЛ провели в Ярославле игроки Тюменского региона. Если в первом Лока 76 перебросал их в два раза и закономерно победил 2-0, то во втором сибиряки превзошли соперника по количеству бросков в створ. Да и в принципе в первом периоде смотрелись предпочтительнее. На четвертой минуте Иван Миледин открыл счет, а на девятой Максим Епифанов его удвоил. Но после этого начали забрасывать ярославцы. К середине матча отличились Роман Луцев, Артем Крикуненко, Григорий Козлов, Даниил Разнов и Всеволод Денишкин. В третьем периоде хитрый пас из-за ворот Умара Марзаганова сделал результативным Макар Насрединов. Но на этом все. Поражение 3-5. 10 февраля команда Алексея Осипова примет на своем льду авто из Екатеринбурга.